Движение транспорта открыли почти на всех автодорогах республиканского значения. Об этом сообщили в национальной компании «КазАвтожол». На данный момент закрыт только один участок на трассе Кокшетау от Басар в Акмолинской области. В целом ситуация на дорогах стабильная, отмечают специалисты. Дорожные службы очищают проезжую часть и обрабатывают ее противогололедным материалом. Задействованы 700 единиц техники и больше 1000 специалистов. Напомню, утром из-за гололеда трассы из Астаны закрыли по всем направлениям, а это почти 1000 километров дорог по всей Акмолинской области.